Дмитриевич, пожалуйста, кто интересует, я как член исполкома, что у нас с проведением асфальтных работ? На сегодняшний день у нас начался проведение ямочного ремонта, текущего ремонта, несколько дорог уже разыграны. Насколько я понимаю, в ближайшее время присоединится еще одна компания, которая дополнительный тендер по ямочному ремонту. В середине августа, то есть в середине мая месяца, 20 числа, начнется работы по улице Мистецкой и по остальным тендерам, которые на сегодняшний день объявлены, тоже 20 по 30 мая, вот эти промежутки времени начнут поступать уже другие компании, работают по капитальному ремонту. Да, но это мы говорим о том, что... Дополнительное финансирование у нас предусмотрено. Ну, если так, вернуться к объему работ, который будет сделан, значит, 18 миллионов на последней сессии выделили на капитальный ремонт, 3,5, 3 миллиона 400 на майскую сессию еще на капитальный ремонт выделяем. Если просуммировать все, что вместе с областными деньгами, которые по 2,6 миллиарда, это 40 миллиардов плюс наши 20, 40 миллионов плюс наши 20... 2 по капитальному, порядка 3,5 по ямочному и 5 миллионов по внутриквартальному. Вот общая сумма, еще плюс 2 миллиона тротуара. Вот это то, что мы планируем освоить до июня месяца. Есть силы у нас подрядчиков хватает? Ну, подрядчики, опять-таки, проблема есть на сегодняшний день, мы о них говорили, с выходом подрядчиков на ямочный ремонт. Первое, он был бы начать раньше, если бы первый тендер у нас по ямочному ремонту в марте месяце не состоялся. Как раз таки из-за того, что мало подрядчиков вышло. Вышло два подрядчика, всего одного документации не порядки, в итоге пришлось тендер переигрывать. Вот мы переиграли, вот сейчас подрядчик определился. Поэтому с ямочным ремонтом сложно. А капитальный, как правило, практика показывает, а капитальный выходит, там проблем нет. С количеством. Все хотят осваивать. Ну, скажем так, говорим о следующем, что 3 миллиона это на 3 месяца работы подрядчику. Бегать по всему городу, ладать ямы. Экономически ему выгоднее, безусловно, загнать на полкилометра, на километр капитального ремонта, снять асфальт и освоить быстренько там 2 миллиона. Олег Михайлович, я с вами не согласен, потому что ямочный ремонт, как они его делают, сказать, что он экономически невыгоден, это, мягко говоря, не соответствует этому. Потому что если по дороге, ну, грубо говоря, там 300 ям, из них залаталась в лучшем случае там третья часть, ну, я не знаю. Я только могу одно сказать вам, что количество участников, я констатирую факты, что количество вышедших компаний на ямочный ремонт в разы. Просто в разы. И не равно две. Если 5 компаний участвуют на проведении тендера по капитальному ремонту, то я уже сказал, что один у нас тендер не состоялся. Если бы это было такое золотое дно, я думаю, они бы между собой бы тут обсудили. В связи с тем, что мы второй тендер проводим с участниками 2, максимум 3 компании по ямочному ремонту, для меня вот это показатель, что они не хотят. Я из этого делаю. Они не говорят, что мы пойдем. Заявляем. Нет, мы создаем тендер, да. Мы его уже, вот опять-таки, тендер один не состоялся по покупке оборудования. Как подумал, я не помню депутат когда-то раньше, что любой хозяин должен иметь То, что из ЖКХ нас нововведение ждет, это так, это то, что у нас появится департамент, скажем так, отдел коммунального строительства. В этом направлении уже работу ведем. То есть это в контексте того, что в свое время эти отделы существовали, но с уменьшением финансирования и того, что не было финансирования, в общем-то, они умерли, скажем так, во всех исполнительных службах. Сейчас возвращаемся к этому вопросу, потому что дать оценку строительным работам. Сегодня вы видите много, постоянно возвращаемся к такому, когда дают нам вопрос готовности ПКД. Да, у нас есть вроде как и строительное управление СУКС, у нас есть независимые там подрядчики, которые выигрывают на Прозоро, у нас есть независимые экспертизы государственные, на которые проходят экспертизы. В итоге потом мы получаем экспертизу и, скажем так, принимаем ее от эксперта, а когда она идет в работу, выясняется, что у нас там пробел, это не только, это общая система по области такая. Поэтому кто-то должен это все оценивать, работу принимать у экспертов, у ЗВИТа, в том числе у победителей этих всех подрядных организаций, кто нам делает проект на смету. Ну, это первый момент, и второй момент, то, что мы будем делать работу сами, но это процесс такой, тоже, скажем так. Нужны специалисты, у нас, надеяться, что у нас, скажем так, без привлечения специалистов, отзывы сможет и насосами, и дорогами, и укладкой в одном лице заниматься, я думаю, нет. Сейчас над этим работаем. Пока что, я так насколько понимаю, у нас даже в том числе и тендер по закупке фрезы тоже сорвался, да, тоже не был участником.
Вот. Поэтому вот так у нас идут. Деньги были выделены на фрезу, на оборудование дополнительно. Я думаю, если мы так реально, смотря в глаза, правда, если мы сейчас переиграем опять тендер по закупке оборудования, плюс поиск специалистов, это еще месяца два, в лучшем случае оптимистично, пока мы сможем самостоятельно начать работу. Поэтому пока что обращаемся. Семочным ремонтом надо что делать, потому что, ну вот дорога, да, едут они, ямки подолатывали и поехали все дальше. Там не начали, там не закончили. Вот это я, честно, сейчас скажу, вот это я занимаюсь не своей работой. Такие же вопросы, ну вот просто, знаете, выходит на объект, у каждого, у Дмитрия Ивановича у меня одно видение, мы хотим вот так, чтобы другие делались. Выходит главный инженер подрядной организации, он говорит мне, давайте я экономически просчитаю, как, там, на обратном пути сделаю мост, там мне до этого нужно другое оборудование, другая фреза, я сначала сделаю вот этой фрезой, и я потом всем вот так вот объясняю, почему же у нас улица Свободы вот так вот там осталась, там мне задают вопросы. А в принципе работы надо просто дождаться окончания работы по улице, когда будут закрыты формы. Тогда все будет. Наш ремонт тогда-то закончится. Потому что главный инженер вышел этой подряд организации на работу и говорит, мне удобнее так, давайте я вот сейчас вот сделаю вот эти крупные, потом мелкие и мост я закончу в конце подгоню. А мы с Дмитрием Ивановичем со всеми рассказываем, потому что любого человека спроси, он понятно скажет, что это неправильно. Да, ему хотелось бы сразу. Мы видим, что это сделано. Мы сами должны ямки делать, уже ж к этому. Нам же дядя все ямки не поделал. Мы же с этому с вами определились. Направление мы с вами еще два месяца назад это выбрали. Теперь вопрос технически его воплотить в жизнь. Чтобы его технически воплотить в жизнь, мы же не будем два месяца вообще без ямочного ремонта находиться, правильно? Я только за. И не успеем. И я вам так скажу, ямочный ремонт, вот давайте посмотрим. Все-таки на сегодняшний день мы опять выделяем больше на ямочный ремонт, чем в прошлом году. Как я уже говорил, это не больше 10% от общей это порядка 5% от суммы выделенной на капитальный ремонт. Но тем не менее, он очень долго разворачивается, долго будет делаться. Поэтому еще Фадзалиев, как раз, я думаю, через два месяца подключится к нему, и этот ямочный ремонт еще не прекратится. Да?